Всем привет! Идем дальше. Здание изнутри. Раздобыть доказательства для доктора Ли. Надо ее попробовать, все-таки убедить будет. Очко одно. Сейчас надо подумать. Где-то я тут видел. Во, плавать без радиации. То, что надо. Synth unit, you were scheduled for maintenance duty in SRB last night. Do we really need all these courses? That was my favorite one. I carried Чистая out my duties. Dr. Ao saw you accessing the terminal. You know you are not permitted to access terminals in that section. Is Dr. Ao mistaken? I want supplement 77. I am sorry, sir, but that supplement is no longer available. Were you or weren't you accessing a terminal in SRB? I was, but I swear it's not what it sounds like. I was cleaning the terminal and it switched on by mistake. I was just shutting it down. Was that a stutter? Что за херня? Пойди туда, не знаю куда. Горилки. No way I'm cracking this. Как туда попасть? Откройся, дверки откройте. Он ни хрена хакеровать не умеет. Did you add those new strains of trichanthos we discovered to the database? I told you that I would. Well, unsurprisingly, I have. Good man. Good man. The compliment is quite unnecessary. Как взломать? Ёкаломане. Мне сюда или куда? Понятно. Пойдем шмонать. That's it. Что тут есть? Тут все в ядерных батареях.
Чик. Чик. Ух ты. Какого хрена? Как она видит? Мимо. Тут что они охраняют? Клей. Ты где там жужжишь? Терминал. Гросс. Сходство 2. Got it. Ух ты. Редко побывает со второго раза. Отключить турели. Двери. Открыть. Какая-то стала старая лаборатория. Да ты стукай, идиот. Иди отсюда. Капец, он вообще не скипает. Испепели. Что за робот? Неубиваемый. Гребаный робот. Сейчас я возьму базуку. Negative sensor read. Weapons cold. Ядерную.
Отключай. Давай, жми. Вот говно. Внимание, внимание. Standing down. Perimeter movement. Шандрахнул, вот как его мощно. Клоун. Херов. Прямое попадание. Кранты роботу. Крышки поштучно. Все, идем дальше. Шманаем дальше. Не знаю, что это за место. Разводной ключ. Нахрен мне ваши ключи разводные. Электросхема. Алюминий. Электросхема штурматрона. Да, мощно его. Молоток даже его не берет ни грамма. А если их тут еще и много? Надеюсь, больше не будет. Yes. Батарейки, батареечки. Эй, 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 эй.
Ну еще там какая-то козявка. Выскочка. Ну блин, сломалась. Got it. Кошатина. Сканер биометрический, когда не надо, валяются. That's it. Чё тут кошки делают? Я вижу. Где? Чик. Все, что ли? Поднос для инструмента. Отлично. Требуется терминал. Ноль. That's it. Управление дверью. Открыть дверь. Отключить турели. А это что за задание? Вообще куда тут? Доказательство ли? Так, наготове. Вот они, мутанты. Супермутанты. Личный дневник Брайана Верджила. Отнести запись. Где-то тут, наверное, еще должно быть что-нибудь полезное. Экспериментальная сыворотка. Вот она, которую просил Верджил. Горелка. Как вас выпустить?
Этот, наверное, Вержил тут сидел. Как ногой херакнул тут. И вышел, и пошел гулять. Такой круг намотал, блин. Отключить. Гориллы. Давай я стекло разобью. А вы гулять пойдете и всех тут загрызете. Да. А рада встреча, да не может быть. Я принес. Принес доказательства. I hope you and father try to make up the time you've lost. Excuse me, Dr. Lee. Took you long enough to find. Долго же вы искали эти доказательства? Показывайте, что нашли. Откуда мне знать, что вы сдержите слово? Я не обещала вернуться в братство, я обещала подумать. Вам просто придется поверить мне на слово. Братство не верит, иначе вас бы не послали меня искать. А теперь давайте ее сюда. Было найти нелегко. Выкладывайте доказательства. Ты куда пошла? У вас мониторы тут HD. Я сделаю все, чтобы этот институт, этот проект был закрыт. Я знаю, меня назовут предателем, наверное, он скажет, что это измена. Поэтому я ухожу. У меня есть план, и если он сработает, я окажусь в безопасном месте, там, где меня не найдут даже охотники. Они меня лгали, они обманывали меня. Я даже не подозревал, как далеко это зашло. Я столько лет верно служила им, и все напрасно. Вас это убедило более чем? Я пришла в институт, чтобы убрать себя подальше от братства, от всего мира. Просто хотела спокойно заниматься исследованиями. Отец принял меня, дал доступ к современным технологиям, о которых я и мечтать не могла. Я думал, что институт не безразлична судьба людей, что он хочет сделать их жизнь лучше. Но теперь я понимаю, если не можешь доверять людям, с которыми работаешь, все же все остальное не имеет значения. Если они солгали про доктора Вирджила, кто знает, что они еще утаили от меня. Я вернусь в братство, но сделаю это сама. Меня не должны видеть вместе с вами. Передайте тем, кто вас послал, что они заручились поддержкой доктора Мэдисон Ли. Вот и отличненько. Что теперь?
Теперь надо одолжить Максону. Максон-то в Ридвине вроде. Хобана! Супер телепорт. If it looks dead, put one more in its head for good. I received word that Dr. Lee is returning. Мне сообщили, что доктор Ли возвращается к нам. Что вы с ней сделаете? Разумеется, ничего. У нас большие планы на доктора Ли. Мы хотим воскресить одно из творений. Конечно, мы не станем убивать курицу, которая несет яйца. Как только доктор Ли прибудет, в течение 10 лет она находилась под влиянием института, так что мы не имеем права рисковать. Если не ошибаюсь, тот носитель ценной информации. Немедленно доставь. Я поражен твоими успехами, рыцарь, можешь идти. Чик-чинж. Вот и все. Не такое уж и сложное задание. На этом я закончу видео, а если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых видео.